начнем играть следующие треки. Скажу, мы недавно выпустили EP-ху, очень злую, бодрую, посвященную грехам, вечному апокалипсису. В общем, сейчас мы для вас сыграем чуму, войну, голод и смерть. Посмотрим, что после вас останется. Thank you.
Сейчас немного поголодаем. Немножко такой танцевальный тречок будет. Он в меру сладкий, но это все-таки смерть. Не думайте, что смерть — это конец, это начало. Thank you.
Сейчас будет про загробную жизнь, про невероятные приключения Фиделя Кастро в загробном мире. Ха-ха. Thank you.
Поэтому сейчас мы немножко сыграем хардкорную такую композицию. Надеюсь, все в детстве любили хардкор и панк-рок. Она любимая, называется «Моя любимая вещь», любимая вещь нашего бас-гитариста Матвея. Банда московская, и завершим, собственно, свой последний, ну, точнее, наш первый, короче, гиг в этом году в Питере. Спасибо, Стон от Петербурга. Вообще, за организацию встретили по-царски, пацаны. Блин, большое спасибо, очень приятно. Ну и как каждый москвич, отправляющийся в Питер, возвращающийся оттуда, он едет с площади трех вокзалов. Наш финальный трек называется «Три вокзала». Thank you.
Спасибо, это были шумы из Москвы. Приходите к нам еще. Спасибо, чуваки, большое. Спасибо, Стонет Петербург, блядь, за отличный праздник. Ребят, приглашайте еще 100 раз, приедем.